Я был не готов. У меня нет рук и ног, но я очень благодарен, что у меня есть эта барабанная палочка. Люди ужасаются, когда видят меня впервые. Однажды я катался на водной горке, и вся очередь вытаращилась на меня. И сразу хочется осмотреть себя и сказать: «О, что со мной не так?» Было время, когда я смотрел на свою жизнь и думал, что у меня ничего не получится. И ты продолжаешь фокусироваться на вещах, которые тебе стоило бы иметь и которых не хотел бы иметь. И ты забываешь о том, чем уже обладаешь. Нет смысла гадать, что у тебя есть и чего у тебя нет и чего хотел бы. И что я увидел в жизни, это несколько ключевых принципов. И первое, что я понял, это быть благодарным. Тяжело быть благодарным. Скажу тебе, что когда мне было 8 лет, я думал, что я никогда не женюсь, у меня никогда не будет работы, никогда не будет цели в жизни. Каким мужем я могу быть, если я даже не смогу держать жену за руку? Это ложь думать, что ты недостаточно хорош. Это ложь думать, что ты недостоин. Я люблю жизнь. Многие удивляются, как я могу столько улыбаться. И я отвечаю, что это долгая история. Но она очень простая в то же время. Знаешь, иногда очень тяжело улыбаться. Особенно, когда происходят непонятные события. И ты не знаешь, пройдешь ли через это. Ты проходишь через штормы своей жизни и не знаешь, сколько времени эта буря продлится. Я хочу поделиться принципами, которым научился, и ты можешь применить их в своей жизни. Будь терпеливым. Это самая тяжелая вещь. Но я понял, что поначалу мужчина держит руку женщины, а потом ее сердце. Мне не нужны руки, чтобы держать ее сердце. Знаете, очень страшно осознавать, сколько девушек просто съели свои души. Страшно осознавать, сколько людей злятся на меня и на других из-за своей ситуации. Пугает другое. Знать, сколько людей на самом деле чувствуют себя никем. Каждая девушка здесь и сейчас, я хочу, чтобы ты знала, ты очень красивая. Ты прекрасна такая, какая ты есть. И парни, вы круты. На этом видео я делюсь опытом, как я преодолел вызовы жизни и увидел новую перспективу в жизни. Быть благодарным, мечтать о многом и никогда не сдаваться. Я говорю перед детьми, молодежью и взрослыми о ключевых задачах и принципах, которые я применяю в своей жизни, о том, что дает мне силы преодолеть все, что предстает передо мной. Что стало поворотным моментом в твоей жизни? Как ты понял, что Бог заботится о тебе? Когда мне было 15, я понял, что люди нуждаются в том, чтобы знать две вещи. Когда тебе больно, нужно знать, что тебя любят. И вторая вещь — это то, что все будет хорошо. Я не мог представить, что хотя бы что-нибудь у меня будет хорошо. Я никогда не думал, что получу работу, не думал, что женюсь. И даже если женюсь, никогда не смогу взять жену за руку. Не смогу танцевать со своей невестой на свадьбе. Когда у меня будут дети, как я возьму их на руки? Никто не мог мне ответить. Я хотел верить, что все будет хорошо. Люди подходили и говорили: «Эй, Ник, все будет хорошо».
И я передразнивал их: «Конечно, все будет хорошо. Что вы знаете на самом деле? Вы не знаете мою боль. Вы даже не знаете, что находится за углом. Как вы можете меня утешать, что все будет хорошо?» Но в 15 лет я прочитал 9 главу Евангелия от Иоанна. И я убедился, что Бог знает. Бог знает, что Он делает. Никто не мог мне сказать, почему я таким родился. И слепому из Евангелия никто не мог сказать, почему он родился таким. Но Иисус сказал, чтобы дела Божии явились на нем. И это было сделано, это было явлено. Это дало мне веру и покой. Кто-то понимает, зачем все это нужно. Бог, который выше моих обстоятельств, допускает их со смыслом. И я сказал: «Господь, я не понимаю, зачем, но я верю, что Ты знаешь, что делаешь». Согласие с Богом дает мне силы жить день за днем. Куда пойти, когда последняя надежда умерла? Когда мы пусты? Когда ничего не осталось? Just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky. I feel the warmest light comfort me. I've seen the great heights, reminding me I'm alive. I don't want to die. I don't want to waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something. Something. This world may crumble into the ocean. It could all end tonight. I am remind you and try to find you, my only source of life. Когда мне было 10 лет, я попытался покончить жизнь самоубийством. Я потерял всякую надежду и хотел утопиться, но не смог.
у Бога был план для меня. Он хотел, чтобы история моей жизни давала надежду другим. Я знаю, что есть что-то большее. Я не хочу просто умирать. Не хочу тратить напрасно еще один день или ночь. Я знаю, что есть нечто большее, чем то, ради чего мы живем. Я вижу это, когда смотрю на звезды, когда гуляю на берегу. Знаю, что есть что-то большее. Если вы не видели чуда, станьте им. Хочу сказать, что иногда в жизни ты чувствуешь, что не хватит сил вновь подняться. Иногда в жизни бывает чувство, что ты сдашься. Видишь ли, очень тяжело улыбаться, когда происходят вещи, которых не знаешь или не понимаешь. Но я хочу сказать, что я верю в тебя, и я верю в твою мечту.